Давай. Что нужно сделать, чтобы лошади еду готовить? Давай. Короче, берем. Давай, бери. Сначала укропа. Я тоже про это вспоминала. Давай. Надо высыпать половину этого. Давай, сыпь. Я сыпь. Я не знаю, наверное. Будь надеяться, что да. Понимаешь? Так, что? Дальше что, давай. Там вроде целый мешок надо. Нет. А, целый, точно, все. Как? От того половина. Обделить наших коней. Давай. Слушай, Ксюха, почему от тебя выделяют, а ее нет? Может, она не человек? В принципе, Ксюха, может, ты попьешь, или ты поедешь? Ладно. Давай. Все, половину вот здесь. Сейчас тебе принесу. Чем половина-то целая нужна? Нет, половина. Я у Иры спрашивала. Этого надо половину пошарать. Ой. Дашка. Нормально, половина. Теперь берем лопату. А теперь занюхиваем. Это есть кака. Надо. Да положи, фу, брось, кака. Сама ты кака. Максим. А. Мам. Мам. Бери лопату, надо эту тачку висеть. Это называется ложка. Что дальше делать? Дальше вывозим тачку на улицу. Зачем? Потому что мы так будем. А как же будет? Давай, Ксюша, мешай. Давай. Сейчас просто мешаем. Тинка арбуз отжала? Тина, 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 ты что, арбуз отжала, да? Это не ты? Ну ладно. Привет. А вы что тут делаете? Ахуй воры. Слушай, Ксюха, мне такая тема на полигон нужна. Дашь, о, мам, что-то в темноте подлагивает чуть-чуть. Всем дашь? Сеня! Сеня, Сеня. А, ты... Сеня. Тебе норм? Сеня! Сеня! Мастер. Привет. Как дела?